пришло время перейти к профессиональной деятельности. Борочка у нас известный олигофренный педагог в нашей стране. Это видно. По нам это видно, да. И вот его ученики пришли его поздравить. Как известно, Боря учит их многому, в основном песням Лисбора. Как-то в день рождения мне позвонил Боря, и дальше я слышала такой текст. «Саси, Дашир!» И дальше услышала «Милая моя, солнышко лесное!» Поскольку они уже много знают его ученики, вот они пришли его поздравить. Ученики! Самое дорогое, что они могут даже создавать семьи. И Боря научил. И Боря научил. И Боря благословил. Да. Дядя Борух, наш отряд хочет видеть поросят! Мы их не обидим. Пойдем и выйдем. Шмулик, это другой утренник. И собака. И собака. Шмулика и собака. Милый наш море, солнце с бородою. Без бороды петь будем с перепою. Ты чем-то зачеркнуто. Без бороды споем хором мы с тобою. Учишь ты нас, Амаре, и читать, и писать. Прямо сидеть и в носу не всегда ковырять. Знаем мы визбора песни не хуже тары. Будем их петь от Кинеры до Ангары. По Ангаре, по... Школу закончим, но ты нас не бросишь, родной. Ты нам покажешь, что делать еврею с женой. Ты нас научишь, как правильно делать детей, чтобы работой тебя обеспечить затем. Милый наш Море, барух с бородою, тронет кто тебя, мы его уроем. Это зачеркнуто, Боря. Знай, что навсегда пардеска с собою. Станем раввинами все мы, конечно, Море. Будем евреев учить, как им жить по Торе. Будет в носу ковырять нам, мешать борода. Но не забудем тебя мы, Море, никогда. Милый наш Море, солнце с бородою, огня мы истрим, будем мы с тобою.